мы пришли на единственную свалку в Бретенском районе. Видите, что тут творится. Мусор здесь не заваливается должным образом, не культивируется как положено. Хотя на сайте Бретенского района недавно только Бретенская администрация отчиталась, что здесь все под контролем. Техник как таковой нет, единственный бульдозер. Ничего здесь не огорожено. В данный момент не видно собак. А вообще, говорят, здесь есть очень много собак. Может быть, сейчас и выйдут бродячих, которые разносят отсюда отходы неизвестного происхождения. Сюда день по 50 примерно КАМАЗов огромных привозится мусор со всех прилегающих к Бресинскому району, районов Канавскому. Сейчас поступила информация, что с Вурнарского района возят, неизвестно, может быть, даже с Кимпрома. Что тут в мешках, что тут закапывают, никто ничего не знает. Недалеко там в лесном массиве речка, отсюда все туда стекает. Вот, представляете, что здесь нас ждет летом, уже сейчас пахнет. А что будет в жару?